Всем привет! Может быть, вы помните, одно из моих первых видео было снято здесь, где я нахожусь сейчас. Это ботанический сад Сиднея. Это был конец марта. Это была такая начальная, такая ранняя-ранняя осень. В общем, сейчас здесь уже зима, то есть разгар зимы. Приближается совсем апогей. И я снова в ботаническом саду, наконец-то я дошла сюда. Ну, то есть, они работают до 6, и поэтому у меня не получалось сюда зайти. Ну, в общем, как вы можете видеть сзади, ну, то есть, это как бы зима, и здесь ничего не поменялось, кроме температуры, которая теперь на 15 градусов ниже. Здесь все продолжает цвести, как и цвело. Это самое, ну, то есть, для меня необычное. Сейчас я немножко здесь пройдусь. Здесь вот сегодня с утра был дождь, и было достаточно прохладно, то есть там около 10 градусов было. Сейчас, мне кажется, градусов 15, но дождя нету, небо вот распогодилось, тоже даже солнышко проскакивает. Поэтому я гуляю. Ну вот видите, здесь сзади вот цветет, слева тоже цветет. Ну тут все цветет. И ощущение вот, что... Вот у меня возникло вчера ощущение, вернее, оно возникло уже, наверное, месяц назад, но я наконец-то его смогла сформулировать. Вы знаете, когда летом в Москве бывает неделя там или две, ну, то есть за все лето холодные, когда вот холодно, там градусов 15, все мерзнут. Вот это ровно сейчас, вот здесь то же самое. То есть днем 20, ночью 10, 9, 5, 8. С утра можно надеть куртку. Вот здесь вот цветет. И вот это вот ощущение затянувшейся недели у меня уже месяц. И это очень странно, на самом деле. Ну, меня радует, что осталось чуть больше 2 месяцев такой затянувшейся недели. Но в целом все неплохо. Вот, особенно когда здесь гуляешь, ощущение, что вот, ладно, лето вернулось. И я просто в куртке, потому что, ну, вот немножко прохладно стало. Вот, тут видите, все как цвело, так и цветет. Вот ровным счетом все так же. Вот тут дорожки, дети бегают. Вот все. Цветочки, я, в общем, это здесь гуляю, и это очень необычно. Я, честно говоря, надо будет почитать, сколько у них. Как это называется? Циклы, да, цветения, что ли? Ну, то есть, сколько раз за год они цветут цветы. И, то есть, причем в некоторых местах есть бутоны. То есть, видимо, они еще будут распускаться. Ну, как бы, ладно, папоротники, я не знаю, что с ними происходит. А вот цветы, там были камелии, какие-то, типа, роз, что-то. Все цветет, и нормально. И бог знает... Ну, наверное, это все так есть. Мне вот еще интересно, вот если взять наши российские растения, какие-нибудь помидоры, будут ли они здесь несколько раз плодоносить за сезон? Вот это мне особенно цветы порадовали. Не знаю, что это. Таблички нету. Но они очень красивенькие. Такие вот, да. И вот мне интересно, если там огурцы, там, я не знаю, баклажаны посадить. Будет ли это так работать на них? Или это все-таки врожденное? Потому что. Так странно, и не знаю, но это здорово, ладно. Ну, в общем, все, я, наверное, не буду больше здесь ходить. Здесь, собственно, везде все то же самое, цветет, и пальмы, и водичка, ну, все прогуливаются, бегают. Вот такие тут ботанические сады круглогодичные, вот. Ладно, всем счастливо, пока.